действительно, израильский кинематограф ставит своей целью познакомить зрителей во всем мире с тем, что есть сегодняшний Израиль, современный, исторический Израиль будущего. И мне кажется, он умеет делать это тонко, изящно и по-настоящему. Поэтому я буду рада видеть всех наших друзей, всех тех, кто еще не знаком с этой страной, чтобы вы смогли познакомиться с нами через наш кинематограф. Добро пожаловать на показы 17-го фестиваля израильского кино здесь, в Москве. В год 70-летия Израиля очень интересно узнавать эту страну с совершенно новой стороны. Нам она известна стартапами, технологиями и медициной, но на самом деле в ней снимается в том числе и замечательное артхаусное кино. Спасибо «Пионеру» за возможность с ним познакомиться. Israel is a very extreme place, it's a very extreme country, and the things that we deal with brings very, very, very interesting films. And it seems like every around the world, everyone likes the Israeli cinema because it's a very different and very bold cinema. So I think the Russian people, which are extreme too, would love the Israeli cinema because everything that we take it to the other side. So I recommend the Israeli cinema.